Вот, продолжаю снимать здесь. Уникально, да? Вот, это памятник тем, кто погиб в Первой мировой войне. Вот, видно вам, да? Сейчас посмотрим другие памятники. Тут вот тоже есть. Что-то даже там написано, но понять трудно, конечно. Вот много просто интересно. Это как? Что это? Урна, что ли? Не знаю я. Огонь, что ли, там жгли. Интересно. А вот сама-то церковь, в которую я еще не зашла. Потому что не знаю снимать. Не знаю, разрешат или нет. Я была тут не днем. Ну, тоже днем, но только такого пасмурного дня. День был такой пасмурный. И это все выглядело как будто какие-то, ну, декорации, что ли, к фильму. Вот, смотрите, какое интересное надгробие. Да, 1841 год. Вид сверху. Интересно. Вообще тут такие уникальные. Вот одно ушло вот под землю. И здесь вот еще одно. Оно практически не видно там, что написано. А вот это вот я не пойму, что это такое. То, что ли, надгробие, что ли, какое-то, да? Да. Да, было надгробье. Ну, вот какое-то интересное такое. Вот это вот, видите, как сделано. Такое надгробье. Там какое интересное надгробье. Саркофаг прям стоит. Интересно. Ну, не видно прям вообще, буквы почти стерлись. Не видно, кто похоронен, чего. Ну, там интересное тоже есть. Надгробие. Вот сколько много. И уникальные ворота. Видите, какие ворота? Нет? Может быть, не очень видно из-за определенного света, как падает. Вот. О, видите? Супер. Прям. Какой-то герб здесь. Да. Вот. Видите? Это ведь кто-то знатный здесь похоронен. Интересно сделано все это. А вот здесь вот загорожено что-то. Наверное, будут реставрировать, потому что вот видите. Ну, какие здесь интересные надгробья, да. Вот сама церковь. Это я сзади иду, сзади церкви. Вот какие интересные. Какие странные, интересные.
Вот. Смотрите, а вот они автобусы, современные здания, и здесь вот сочетание, да? 1829 год. Здесь вот видно. Вот это вот, да. Очень такое. Здесь почти ничего не помню. Нельзя понять. Здесь вот маленькие такие есть. Вот здесь тоже с гербом. Видите, какой герб. Я думаю, что это, не знаю, может, священник какой. Или, не знаю. Надо посмотреть, что означает этот герб. Надписи какие-то. Полустертые надписи. Почти не вижу. Нельзя разобрать, что это. Такая дверь колоритная. Да. Вот еще. Еще такой интересный. С гербом. Не выступать. Уф, только ничего не видно. Жалко. Жалко, что ничего не видно. Ну иначе уникально сделано. Просто уникально. Да, и здесь не видно. Вот еще одно тоже. Тоже с гербами. Да, здесь какие-то знатные люди. Коронами. Удивительно, я даже не знала об этом. Я один раз проезжала тут. Думаю, да, поснимаю, схожу. Вот. А эта плита даже сдвинулась немножко от времени. Вот, потряслась и сдвинулась. Тоже не видно. Вот нельзя увидеть. По крайней мере, я не вижу. Разобрать не могу. Вот. Чудесно сохранились столько лет. Просто уникально. А там, наверное, маленькие какие-то. Ну, в смысле, может быть, и дети похоронены, потому что маленькие надгробия такие. Вот. Ну, уникальные вещи, конечно. Неожиданно, конечно. Все это. Такая дверь колоритная опять. Вот. Такие. Прям почти в центре. Вертолетик летает туда-сюда. И собачка гуляет с хозяином, да. Да, здесь я поняла, что люди просто идут туда-сюда погулять. Вот такие вот. Да, и вон там гуляют тоже. Вот какая церковь. Уникальная, старая такая. Уникальная. Ну вот. Вот здесь вот фильмы снимать, это просто супер. Не надо декорации делать. Вау! Какое надгробие!
А, вот еще одна церковь. Ого. Церковь или что-то другое, не знаю. Вот что-то. Что-то. Ах, уникальные вещи просто. Ворота-то чего стоят? Архитектура какая, о, господи. Смотрите, какие статуи. Уникально. Ну, я кончаю на этом это видео. Продолжение есть.